Всем привет, ребят, с вами Император Prime. И сегодня на канале будет обзор на BMD 4. Итак, будет вся информация, что поставить на этот танк. Какой танк, что он может, что не может, нужно ли его качать и тому подобное. Итак, ребят, вот такой вид танка. Вот, небольших размеров, очень скоростная машинка. Итак, ребят, сразу же переходим к характеристикам, потому что характеристики это не просто, скажем так, информация о танке, а также и информация, которая зависит от правильности поставленного оборудования на танк. Вот, чтобы выжать потом максимально его характеристики. Итак, ребят, у нас, что у нас есть? У нас есть... Конечно же, разовый урон 100-миллиметровая пушка фугасница, которая под 400 может влупить, пробиваемость 27. Вот, ну, фугасниками как бы можно пострелять, конечно. Ну, в некоторых ситуациях очень помогает. Итак, поехали дальше. У нас урон в минуту 3169. Время перезарядки 7.60. Прочность 1454. Вот, дальше, максималка 70 километров, разгон до 32 за 2.55 секунд, очень быстро, незаметность, очень неплохая незаметность, ребят, хорошо может настреливать, обзор 490 метров, дальше смотрим, УВН минус 6, ну с УВНами, да, хотелось бы лучше, но куда тут, некуда уже гнуть пушку, сами понимаете. Поехали дальше. Скорость поворота башни 66 градусов. Просто шикарно. Разброс. Вот здесь уже как бы нужна кучность. На самом деле в этом танке все нужно на кучность этой пушки. Ребят, на самом деле вот. Потому что у нас не только 100-миллиметровая пушечка, которая стреляет фугасом, а также у нас целая лента, которая... Может нанести очень хорошо дамаг. Итак, время прицеливания у нас, ребят, 1.77. Что насчет разброса, я вам скажу. Брони у нас нету, то есть, как вы видите, тут просто танк не для танкования. Поехали дальше. По модификациям, в краткости, что тут? Вот, кстати, фугасница, которую можно еще тут... Вот, это на пулемет, но я как бы ее не качал, не знаю, не ставил, то есть... Как бы, не знаю, не очень. Дальше, ребят, у нас есть, конечно же, вот что у нас есть. У нас есть снарядики, которые просто суперски стреляют. Итак, у нас урон, калибр 30 миллиметров этих снарядов. Снарядов в ленте 27 штук. При этом урон у нас 86. В основном 87 вылетает. Ну, даже больше, под 90, как вы видите. Потому что у меня в оборудовании кое-что стоит шикарное для того, чтобы просто с танков, заходя в борт, выносить все и вся. У нас есть дымовые гранаты. Также в прокачиваемых модификациях есть покрытие снарядов третье. Ну... То, что вы здесь можете выкачать. Ладно, в общем, в краткости вы поняли, что есть фугасница, есть лента на 27 снарядов, фугасы на 27 снарядов, также в случае чего сбитие базы. Ну и в краткости, конечно же, переходим к командирам. Итак, командир, ребят, командир тут Сабрина Вашингтон, однозначно. Обзор все-таки нам нужен. 490 плюс ее навыки к скорости прицеливания. К незаметности машины бонус 40 метров к обзору надо. Надо. Дальше. Экипаж. Экипаж, сразу же говорю. Эффект плюс 10 скорости поворота. Ну, можно. Ну, я поставил в повороту. Мне нравится, когда танк очень быстро поворачивает. Хотя, на самом деле, надо поставить плавный ход в первую очередь. А потом уже плавный этот, дрифт, танковый дрифт. Так что ставьте плавный ход в первую очередь. Дальше. Без промаха. Плюс 20, которая даст нам разброс 0.7 на самом деле. Вот, поехали дальше. По боеприпасам, ребят, также у нас есть. Вот, 540 я зарядил сюда снарядов 30-миллиметровых. Также есть шикарный ПТУР. Как я мог о нем забыть, да, вы скажете? А я оставил его просто напоследок. На самый просто класс. Итак, ребят, ПТУР 9М, 117М1, Аркан. Это просто... П
просто эпик. Вы после выстрела, у вас просто будет эпик. Такой прям адреналин от такого дамага, как наносит этот Птур Аркан. Потому что урон у него 827, ребят. Пробиваемость 892. Но на самом деле с правильным оборудованием этот Птур выдает намного больше. И в бою, конечно, я вам продемонстрирую этот Птур. Посмотрим, как получится. Фугасы. Ну, в принципе, и все. Все тут. По стандартнику, из зипа у меня тут стоят запчасти, автоматический огнетушитель, энергетик, ну все по максимуму, по максимуму. И теперь мы перешли, ребята, к оборудованию. Что же сюда ставить? Смотрите, на нем часто надо будет летать, однозначно ездить. То есть покрытие снарядов надо ставить. Но есть еще возможность, если вы, к примеру, любите сдалека как-то пострелять и накидывать, на дальние расстояния можно же, конечно же, поставить это, естественно, вот, канал ствола, который урон даст еще, то есть у вас будут эти маленькие снаряды, и так они под 90 с каждого выстрела вылетают, а у вас их там просто 27 штук, вы можете просто так за, ну, 2000 просто налегке. Залетайте в бой, 2000 просто все накидывайте. Но с уроном от канала ствола, но это если вы хотите на дальние расстояния, конечно же, стрелять. Добавит вам урон и, естественно, максимальный разброс, что будет где-то 0.5, я думаю, где-то 0.5. Вот, и где-то в этом районе. Ну, 0.7, конечно, надо слегка так прицеливаться сдалека. Снарядики разлетаются. Но мы часто ездим. Мы не можем стоять, и нам надо динамическую игру показывать в Armor Warfare, а не просто стоять в кусту. И для этого мы ставим покрытие снарядов, которое перезарядочку нам уменьшит. И, конечно же, точно в движении просто шикарно. То есть круг все время практически сведен будет. Дальше, ребят, заряды. Очень важная штука. Просто жесть, как важная она. Потому что без зарядов у вас не повысится урон. Втуром урон от 30-миллиметровых снарядов. И так вы улучшаете, конечно же, свой урон, и, ну, накидывать, на самом деле, очень-очень-очень удобно. И у вас средний урон будет очень хорошо расти. Заряды однозначно, ребят, потому что я все перепробовал, заряды точно ставим. Боевое отделение, которое нам добавит ХП, что у нас и получится 1454. Дальше у нас оптика, пока второго, ну вот 25 метров. Ну, максимум 30, значит, получается 495 метров максимум вы сможете выжать на этом танке. В принципе, вот так вот, как говорится, с головой. Ребят, вам хватит, все и вся. В принципе, больше с оборудованием тут нечего ставить. Все, нечего. Итак, теперь с этим оборудованием шикарным и шикарным танком поехали в бой, ребят. Попробуем нагнуть, показать, что танк может, стоит ли его брать, не стоит, и тому подобное. В общем, поехали. Ну что, ребят, сейчас покажем бой, один такой хороший бой. Итак, с первых минут предупреждаю команду о том, что я засвечиваю вторую линию, вот, потому что частенько я туда езжу. И смотрите на максимальную скорость, то есть летит танк с первых же секунд, стартует просто, ну, быстро, очень быстро. Набирает 70 километров свои по максимуму. Даже летает просто как сумасшедший. Как просто какая-то спорткар на самом деле. Быстро останавливается. То есть скорость вперед-назад ему, как говорится, не занимать. Итак, что я делаю? В первую очередь засвет делаю. И мы стреляем, ребята, что мы делаем? Мы стреляем по Центавру 120. Итак, оцениваем, что мы в первую очередь, ребят, оцениваем. Мы оцениваем разлет снарядов. Вот что дают 0.7 на дальнее расстояние, что не сильно четенько прям, но будет ложиться, когда второй перк откроется. Мы поставили плюс 20 и поставим потом минус 20. И будет четкость круга, и не так будет разлетаться снаряды. Так что ставьте однозначно плюс 20, минус 20. Вот, и будет вообще четкая пушка. Пока мы аккуратно подсвечиваем. Как вы видите, у нас 590 метров, потом в конечном результате, когда мы останавливаемся, у нас круг по максимуму дает. И опять я начинаю просто стрелять наперед, 88, вот от одного снаряда, видите, заметили, 88 где-то вылетело, ну точнее не где-то, а так и вылетело. И можно приблизительно подсчитать урону, то есть это за 2000 можно с ленты выдать вообще просто налегке. Итак,
Как вы можете заметить, он очень быстро, БМД-ха, двигается вперед-назад, вперед-назад. Сейчас будет только начаться, мы аккуратно подсвечиваем. Нам только это остается, подсвечивать, подсвечивать, накидывать. Итак, летит, вот 90 вылетело с одного. Да, зацепил, зацепил Т-80, но тем не менее, в борта хватает пробить даже там все остальные. То есть танки, любой танк вы здесь прошьете. Итак, тут пытаюсь зарядить ПТУР, потому что как-то непонятно. Я считаю, что Т-80 может выехать. Итак, он выезжает, я стреляю, ну, веду. 796. Просто 796. Но, ребят, не забываем то, что у нас есть волшебная кнопочка Е, которая просто наводит фокус, и у нас еще все быстрее. И тут вылетает БМД-4. И все, я резко переключаюсь на пулемет и начинаю просто стрелять, дамажить. Все. Все. Получил, конечно, люлей на 534. Ну, и резко назад. То есть, мне кажется иногда, что она задом быстрее едет, чем вперед. Вот. Тем не менее, мы быстро переключились на снаряды и в конечном результате отыграли. Отыграли, отбились от БМД, получили, конечно же, на 534, но довольно неплохо все равно накидали. И тут вижу еще вижу, ну давай, родной, давай, Абрамс. И ухожу красиво, ребят, накидываю Абрамсу, то есть вы видите... Но все-таки, да, немного этой четкости не хватает. Но зато, когда мы летаем по карте, у нас четкая пушка. То есть тут, как я уже говорил, вы выбираете или канал ствола, что будет четкость просто 0,5 разброс. И вы сможете прям вообще все четко ложить снаряды. Итак, выезжаю, подсвечиваю врага. Вижу Т-80. Пытаюсь накидывать борта. То есть видно, как снаряды приблизительно разлетаются. 0,7 все-таки, да. Немного не хватает. Закончилась кассета у меня. Добрали. Тут я в засвете. Просто по мне не попадает. Это просто везет. Я навожу цель. И смотрите, ребята. Навожу ПТУР. 1011. Просто 1011. Там вы видели 790 с копейками. Но при наведенной волшебной кнопочке Е, наведя фокус, мы просто выдаем за 1000. Итак, тут летит, конечно же, опять мы на пулемет. Что нам еще остается? Визель просто как ниндзя из Лиги Теней какой-то исчезает. И мы, в принципе, пытаемся его как-то добрать. То есть понимаем, что снаряды все равно летят в разные стороны. В общем, решаю просто его догнать и как-то... просто убить. Счет 12-5, просто шикарен. Я опять стреляю, разброс. И просто думаю, ну тебе лучше я за тебя задавлю. И тараном 245. Просто затаранил. И у нас уже 5130 дамага, 2 фрага. Мы продвигаемся дальше. Летим опять на нашей сумасшедшей максималке 70 км в час. И с сумасшедшей управляемостью вправо-лево. То есть, видите, просто между колонн танк летит как сумасшедший. Мы продвигаемся дальше и замечаем врага. И сразу же начинаем в корму разбивать. Долбим. 6000, 6500, 6900, 7000. 7100 дамага. И вот мы просто фулово. Просто забираем, ребят, с ленты. За что я вам и говорю, что эта лента шикарная. Зайдя только в борт, корму. Все, труп. Просто труп, на самом деле. И вот так вот, ребят, на самом деле получается... жестко нагибать. Тут у нас Т-80. И одно из проблем, как видите, у меня УВНчиков не хватает. Я, конечно, полетел уже тут прям в наглую. Получил по самое не хочу. Но, тем не менее, забрали. Забрали. Потому что УВН и минус 6 все-таки, да. Тут бы как раз хороши эти снаряды, которые, ребят, вот в ленте фугасник, фугасные, да, они самые лучшие. Тут бы можно было стрелять там понемногу, там по 20, там по 10, ну забирать, ну, еще бы немного накинуть можно было бы. Вот, естественно, в бою не использовал фугасы, так как, в принципе, бой такой и не пришлось, но тем не менее, когда где-то кто-то танкует и выкуривает, вы фугасом можете под 400 просто стрелять и однозарядный, да, пушка, и вы стреляете 100-миллиметровой пушкой и... просто каждый раз практически по 400. Итак, что хочу показать, что нафармил по 400 тысяч. Получил золотую медаль. Вот, награду получил разведчика.
Также мы перейдем сейчас, ребят, к результатам. Ну, результат вы сами видите. Просто, скажем так, внимание, чтобы его купить, к нему идти качаться, потому что здесь очень динамическая игра на этом танке. И вы никогда не будете стоять. И также вы поможете всем игрокам, которые играют в эту игру Armor Warfare. И с вами был Император Prime. До следующего.